Завершил работу 6-й Шадринский инвестиционный форум, к которому мы очень долго готовились. Конечно, была проделана огромная работа и оргкомитетом, и администрацией города, жителями города, предпринимателями, руководителями предприятий. То есть практически все городское сообщество было задействовано в подготовке этого форума. Инвестиционные форумы нам нужны. Нужны для того, чтобы сделать город привлекательным, сделать город узнаваемым, ну и для того, чтобы принести в город инвестиции, поскольку инвестиции дают нам развитие новых предприятий, обеспечение рабочими местами жителей нашего города. Хочу сказать, что по результатам прошлого инвестиционного форума у нас успешно развивается проект «Агропромышленный парк Шадринский». Сегодня стоимость этого проекта выросла почти до 20 миллиардов рублей. Выросло количество рабочих мест с 700 до 1300. Значит, работа продолжается по графику. Вообще, нам остается 4 года до завершения полного цикла. Но я думаю, что через пару лет мы уже можем осуществлять и рабочие места там, и для шадринцев наших найдется там работа. Сегодня ведется уже планировка территории для строительства агропромышленного комплекса. Если же говорить об этом инвестиционном форуме, то, конечно, тема его была очень серьезная. Это продовольственная безопасность и, естественно, конечно, обеспечение продуктов питания жителей, прежде всего, Курганской области, ну и регионов Уфо. Хочу сказать, что сегодня в процессе работы было проведено уже 8 встреч, предварительные соглашения были обговорены. Теперь, поскольку рамки форума небольшие, это всего один день, поэтому встречи и конкретные переговоры будут продолжаться и дальше. Конечно, сегодня очень бы хотелось, чтобы мы в город по результатам этого инвестиционного форума, если бы завели хотя бы один проект из всего того, что было, то это было бы замечательно, потому что инвестиция – это такая часть работы, когда можно и сотню встреч провести, а осуществление или можно добиться только, предположим, одного проекта. Форум удался, удалось пообщаться много, и думаю, что результаты нашего труда по подготовке и проведению форума, они не напрасны.